Всем привет! Вы на канале Наша Дача, с вами Татьяна. И сегодня в видео я покажу рассаду на 5 апреля 2022 года. Выращиваю я свою рассаду как на подоконнике моего маленького окна, так и на многочисленных полках. Под окном у меня полка. Использую для этого комод. И над комодом две полки. Над каждой полкой подсветка. Наверху у меня расположена фитолампа. Это лампа на 10 ватт. Не особо мощная, но неплохая такая. Остальные лампы у меня обыкновенные, светодиодные на 8 ватт. Я ими, в принципе, довольна, но, конечно, хотелось бы помощнее. Ну, все равно все растет, подтягивается, но не критично. И здесь у меня тоже лампа. Подоконник я уже не досвечиваю. Лампу сняла где-то недели-две назад и закрепила ее над верхней полкой. Все полки у меня уже битком. Нужно уже черенковать еще раз петунью, но ставить мне пока это все некуда. Начну свой обзор с вот этой маленькой полочки. Здесь у меня петунья карпит лососевая, белая. Белая, видно, что она такая компактная. Она в прошлом году у меня была, очень хорошая петунья. Шариком растет, формировала только прищипыванием основного побега. Очень продолжительно цвела. А вот эта лососевого цвета какая-то полкастая. Не знаю, я ее прищипнула, конечно, но она что в разные стороны. Форма такая мне не очень нравится. Далее у меня колиусы, которые сеяла семенами. Это смесь. Отобрала такие более-менее интересные. И распикировала в стаканчике. Они тоже подтягиваются, но ничего страшного. Я или заглублю, или перечеренкую. Здесь у меня также петунья. Тоже карпит. Белая и лососевая. Здесь колиусы. Вот этот Black Dragon тоже вытянулся, прищипнула, но уже начинает, наверное, обрастать. Макушка уже дает побеги. Красивый такой колиус. И в пару к нему для кашпо я купила Scarlet Wizard. Красивые такие колиусы, он тоже вытягивается. Ну и еще петуни тоже из серии Carpet. Здесь лососевая. Стаканчики у меня стоят в основном вот в таких вот ящиках для рассады. Очень мне нравятся. Недорогие, практичные и очень удобные. Здесь большие стаканы. Три маленьких получается у меня в ряд становятся. Или два больших стакана по 500 миллилитров. Также использую емкости от пищевых продуктов. Здесь мы грибы покупали. Тут синие емкости мне нравятся. У меня две такие. Я туда и сею. И использую в качестве поддонов. Тоже очень удобно. На подоконнике у меня стоят уже такие большие пеларгонии. Уже такие. Уже скоро, наверное, цвести будут. Крупные уже разрослись. Я их перевалила. В принципе, уже давно. Хорошая корневая. Но еще они не оплели эти стаканы. Я думаю, до конца, до высадки в кашпо они будут в этих стаканах. Здесь два сорта. Черенковала в ноябре. Нормально развиваются. Мне нравится. Здесь у меня томаты. Первый год я в прошлом году сеяла и выращивала в стаканах пластиковых. А в этом году я решила попробовать вот в таких ящиках для рассады. У меня они получились разнокалиберные. С виду одинаковые, а в разных магазинах они оказываются разные. Какие-то поуже, подлиннее, какие-то пошире, покороче. Здесь у меня по 21 томату в ящике. Высокие сорта все.
чувствует себя, в принципе, неплохо. Конечно, немного, наверное, подтянутые, но, думаю, все хорошо. Далее комод. У нас здесь перчики. Скоро буду переваливать в стаканы 500 мл и уже буду потом пересаживать непосредственно в грядки. Перцы я выращиваю в открытом грунте, в тепличках таких из укрывного. И в прошлом году урожай был хороший. Здесь у меня также петунии серии «Карпит белая». Колиусы, смесь. Там также перчики расставила посвободнее, чтобы развивались лучше. Следующая полка здесь петунии, которые я сеяла для черенкования в январе. Здесь у меня 6 сортов. Развиваются все по-разному. Тут им тоже тесновато. Они у меня в емкости 500 мл. Уже вот корневая уже заполняет. Я их черенкую. Здесь у меня как раз череночки. Какие-то черенковал 17 марта, какие-то 23 марта. И последнее черенкование у меня было 31 марта. Те, которые 17 марта черенковал, я думаю, что там уже все хорошо. Уже пошли новые листики. Вот, укореняла я в грунте, все зелененькие, живенькие. Здесь у меня также колиусы смесь и лук эксибишн. Сеяла я один пакетик, вот такие у меня всходы. Ну и верхняя полка. Здесь у меня земляничка. Это безусая ремонтантная земляника трех сортов. Здесь два вида красной земляники и желтенькая. Развивается неплохо. Уже такие крупные листочки. И остальное место на этой полке занимает смесь виол. Здесь несколько, вернее, в пакетике была смесь, много цветов. Тоже неплохо развивается. Я ее на эти выходные, наверное, перенесу в теплицу, на дачу. Культура эта зимостойкая, а место занимает. Ни к чему. Здесь у меня самые маленькие распикированы были. Ну, тоже догоняют. А здесь, которые пораньше зашли. А еще я хочу показать клематис, который я недавно приобрела в интернет-магазине Оптхоз. Распаковка у меня была на канале. Многие интересуются, как сейчас поживают эти клематисы. А вот как они выглядят на 5 апреля. Первый клематис – это принцесса Диана. Хорошо развивается клематис. Единственное, что есть у меня сомнения в том, что это интегрифолия. Хотя, может, я ошибаюсь, какие-то они резные листики. Вроде как он цепляться пытается. Я, наверное, ошибаюсь все-таки. Второй клематис – это Арабелла. Вот это точно не цепляющийся. У него крупный листик. Следующий клематис – это Коперник. Тоже хорошую веточку дал. И крайний – это Доктор Рупель. У него несколько побегов, еще один выходит, и он уже бутон набил. Собирается цвести. Вот посмотрим соответствие сорту. А здесь у меня клематис, который не подавал признаки жизни. Я его посадила, и через несколько дней обнаружила, что пошел росточек. Вот такой тощенький, кривенький, но пошел. Это у нас память сердца. Интегрифолия, не цепляющийся клематис. Очень я рада этому. Надеюсь, все доживет до пересадки в грунт. Ну и потом. На днях планирую еще посеять огурец зозуля. Мне нужно два растения.
И по два растения мне нужно дыни и арбуза. Буду выращивать, пытаться в теплице. Места у меня, конечно же, нет, но вот эту верхнюю полку, я думаю, освобожу. Перенесу виолу в теплицу. Там уже довольно тепло. Грунт весь растаял. Поставила дуги, натянула укрывной и там размещу свою виолу. Тем самым у меня полка освободится для черенкования петуни и как раз для огурца, дыни и арбуза. Кроме этого, больше ничего сеять дома я не собираюсь. Также в выходной в теплице, думаю, посеять капусту на рассаду. Ну и далее следующую рассаду я буду сеять тоже в теплице. Думаю, погодные условия нам позволят. И потихоньку уже буду переносить цветы. К концу апреля все, думаю, уже туда тоже перенесу. И томаты, и перцы, и свои цветы. Ну а на сегодня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока, до новых встреч!